Всем привет! И снова у нас обзор комикса. Сегодня только получил комикс. Давайте его распакуем. Так. Так. Это у нас комикс в мягком переплете. Комикс называется God of War. Это предисловие игры четвертой части. За 10-15 лет, по-моему. Очень интересно. Кто еще не играл в God of War, обязательно прочитайте комикс перед игрой. Будет очень интересно. Я его обязательно прочитаю. Вот такая вот обложка. Мягкий переплет. Конечно, прикольно было бы, если был бы твердый переплет. Но и мягкий переплет тоже прикольно. Комикс недорогой, там около 400 рублей стоит, ссылку оставлю в описании, на Озоне я покупаю. И там промокод еще на 300 баллов. Так, тут, короче, у нас 100 страниц, ну, чуть более 100 страниц, 108 страниц. Надеюсь, мне этот комикс очень-очень понравится. Ну и советую вам тоже прочитать перед началом игры, если вы еще не играли в God of War. Но даже если играли, все равно прочитайте комикс. Есть еще и книга. Книгу пока я себе не купил, а комикс с удовольствием я прочитаю. Что и вам и советую. А на сегодня все. Всем пока.